Разные формы проходных. Один только найдешь по улице или разным? Так, сейчас разные. Вот если сможешь, если смогу. Значит, два наигрыша, два варианта. Первый попроще. Под песни деревенского идут, пледом говорили. Гармонист пледом. За руку, за сцепку. О, плетение. Нет, никакого плетения нет. Пледом. Вот прицепились. Под руку. И ничего себе. Так назвать, пледом, не плетение. Ну это вот так. Да, не загибаюсь, просто обыкновенно пледом вот идут, вот стенка идет, а девки идут, могут по 4, по 5, по 8, по 2. Это не мешает гармонисту играть, когда его вот так вот берут? А его не берут, он идет впереди. Один? Один идет. Могут сбоку идти, его не брать, но стенка идет сзади. Он женщина, да? Пульс гармониста. Да. А если вот так будут, да, конечно, правильно вопрос, дергать или не дергать. А он и сам не даст. Если около него, то два человека, один. Не важно сколько. Но он в центре, вообще он впереди. Впереди. Должен. Ну, по идее, так рассказывали. Он идет. Гармонист уважает, он впереди. Если идут четыре вот так вот, там разные задачи. Если просто вот идут, ну, по деревне гуляет, просто мирно, дружно, просто гуляет. И для девок, для мужчин одинаково. Я
это не наше. Ну, никак музыка не дает оборвать. Ага. Вот давайте, согласитесь, еще раз повторим. Гармонист уйдет другим деткам, если вы так будете тащить. Ну, да. Два раза сыграет, как мы говорим, отыгрыш и проигрыш, или один. Вот сыграла, гармошка только первая, но уже